Всем привет! Вы на канале Мобзор, меня зовут Евгений. Сегодня я расскажу вам про Oppo A55. Это достаточно бюджетное решение, с которым я ходил около недели и готов с вами поделиться, что мне в нем понравилось, что не понравилось, какая у него камера, какая автономность и насколько он производительный, вообще, что такое Oppo A55. Начнем с дизайна. Смартфон имеет множество бюджетных атрибутов. Это полностью пластиковая задняя крышка, пластиковая рамка. Разрешение дисплея HD+, то есть здесь чуть больше, чем HD. Есть вырез камеры, но это уже не совсем бюджетное решение. Совсем-совсем бюджетники все еще остаются с каплевидными вырезами. Здесь же отверстие прямо в матрице. Рамки дисплея достаточно толстые, подбородок экрана, ну, тоже такой массивный, явно из бюджетного сегмента. Однако производитель все-таки не поскупился перейти на USB Type-C, спасибо на этом. Плюс сюда встроили NFC, потому что он очень популярен на территории России. За фотовозможности смартфона отвечают три модуля. Один на 50 мегапикселей, второй на 2 мегапикселя, это макромодуль, и третий тоже на 2 мегапикселя, датчик глубины, но без него можно было и обойтись. Селфи-камера на целых 16 мегапикселей, однако качество это, скорее всего, не прибавляет. Платформа, на которой работает смартфон, это Helio G35, достаточно бюджетный процессор с большим техпроцессом, то есть он относительно горячий был бы, если бы был мощный, но он не мощный. Спасибо, хотя бы памяти не пожалели, потому что с таким слабым процессором очень важно иметь достаточное количество оперативной памяти. Плюс быстрый накопитель, который здесь, скорее всего, не быстрый. Взглянем на оболочку смартфона. У нас здесь установлен 11-й Android с фирменной оболочкой Color OS версии 11.1. Скорее всего, будет обновление до 12-й версии Android. Вот видите, какая красота. Одна из самых полезных особенностей, на мой взгляд, это возможность записи звонков. Вы идете в настройки. Здесь опускаетесь в запись разговора и выставляете, например, запись всех звонков. Плюс очень хорошая, интересная, на мой взгляд, опция выставления лимита. Например, у вас будет записано последние 1000 звонков. То есть более старые звонки будут автоматически удаляться. Удобно. Вот только прослушивание звонков реализовано очень неудобно. Например, вот есть номер, да? Курьер мне звонил. А где здесь я могу воспроизвести его? А, могу! Алло. Ё-моё. Претензии отзываются, потому что реализовано хорошо. Прямо из журнала звонков вы можете послушать ваш разговор. Отдельное спасибо разработчикам за то, что они дали возможность выбирать стиль рабочего стола. Для меня стандартный, более привычный. Это как на айфоне, когда нет многослойного стола. И есть секционный режим, я не знаю, кто им пользуется, но все еще в нашем мире существуют такие люди. Вот как это выглядит. То есть, когда вам нужно вот так вот вытягивать большой список приложений. Зайдем в камеру. Режимы здесь включаются неинтуитивно. Я долго искал, как же врубить 50 мегапикселей. Оказывается, нужно вот так вот потянуть и здесь нажать выкл. Ну и также обратно выкл. Макрорежим находится в отдельном меню еще. А так фотографии делаются с базовым разрешением 12 мегапикселей. Разрешение видео всего лишь Full HD, примеры видеосъемки будут позже. И на фронталку, кстати, и на основную камеру. Не обошлось и без предустановленного софта. Вот здесь вот огромная мусорка. Есть куча приложений, которые мне по сути не нужны, и я не могу их удалить. Вообще не могу удалить. Мне пришлось их все скинуть в одну папку, ну потому что, а что еще с ними делать? Еще одной неприятной особенностью является невозможность отключения Google Ассистента, который вызывается жестом сбоку экрана. Вот видите, я дернул. И теперь телефон пытается запустить вот этого товарища. В некоторых телефонах по типу Realme и других производителей его можно просто вырубить, а здесь такой настройки нет. То есть, если вы случайно дернете с какого-то края телефона, вы будете ждать вот запуска вот этого замечательного товарища. Скажите позвонить, не надо никому звонить. Ой, ё-моё. И здесь танки, да ядрить молотить, а? В оболочке есть еще одна интересная особенность, связанная с зарядкой вашего смартфона. Присутствует оптимизация зарядки, то есть у вас телефон не будет сразу же заряжаться до 100%, а ко времени вашего пробуждения будет только дозаряжаться. Это удобно, потому что позволит сохранить ресурс вашей батарейки. Есть еще режим высокой производительности, но на нем я не тестировал автономность. Возможно, телефон будет работать плавнее с такой настройкой. Конечно же, присутствуют скриншоты экрана кнопочками. Присутствуют длинные скриншоты, называются кнопкой прокрутка. Я могу даже вручную его так вот прокрутить, нажать готово. Присутствует встроенная запись экрана. Ну, это есть, мне кажется, на всех современных телефонах. Есть боковая смарт-панель, которую я, честно говоря, сразу же отключил. Но если она вам нужна, то выглядит это вот, давай вылазь. Вот так вот. Типа быстрый доступ к определенным приложениям, снимкам, записи. Не обошлось и без диспетчера телефона, в котором вы можете настроить приложение как хотите. Ну, почти как хотите. Например, сейчас откроем что-нибудь типа Авито.
Что у нас здесь есть из настроек? Использование батареи. Вы можете разрешить приложению работу в фоне. Это увеличит расход, но будет приходить гарантированно все уведомления. Можете отключить. Можете вообще убрать авторитетное выполнение и отключить какой-либо автозапуск. И приложение вас, по идее, никогда не будет беспокоить, жрать батарейку, жрать интернет и так далее. Каких-то супер особенностей данной оболочки я не обнаружил. Она достаточно функциональна, но не дотягивает до оболочки, например, того же Huawei или того же Smartisan, например. У Samsung тоже функции побольше, но у Samsung еще более тяжелая оболочка. Я провел несколько синтетических тестов, которые говорят нам о том, что здесь не очень быстрый встроенный накопитель. Последовательная запись 87 мегабайт в секунду – это какой-нибудь eMMC 5.1, то есть нет современного UFS накопителя. Antutu Benchmark выдал 120,5 тысяч баллов, при этом пишет, что этот счет неправильный. Якобы что-то где-то обманулось, и при повторном прохождении опять пишет этот счет неправильно. Я не знаю, почему так, но вот будем считать, что 120 тысяч баллов набрано. У смартфона есть практически все датчики, кроме гироскопа. Гироскоп здесь на самом деле не настоящий, и это я продемонстрирую через гироскоп-тест. Короче, телефон с настоящим гироскопом работает не так. Сейчас я вам продемонстрирую. Берем недорогой телефон Lenovo с настоящим гироскопом, запускаем симуляцию, и вот как это должно работать, видите? Очень быстро, моментально реагирует на движение. Вот здесь же у нас с этим большие-большие проблемы, потому что гироскоп здесь не настоящий. Опа, не надо так делать, это прям фу. По поводу автономности у меня хорошие новости. На одном заряде батареи смартфон стабильно работает 8 часов экрана плюс. Модуль спутниковой навигации здесь отличный, погрешность всего лишь примерно 1 метр. Поддерживаются такие навигационные системы, как GPS, GLONASS, Baidu и даже Galileo. Следующий тест – это тест камеры. Конечно же, я пофоткал днем в солнечную погоду. Наши 12 мегапикселей выдают, ну, относительно неплохую картинку при отличном освещении. Да, несмотря на то, что есть все равно какое-никакое мыло, свойственное дешевым сенсорам. Особенно данному сенсору на 50 мегапикселей, который явно не очень дорогой. Еще дневная фотография, тоже все такое красочное, как будто работает некий алгоритм, который повышает, ну, не знаю, сочность картинки. Фронтальная камера при таком же неплохом освещении, видна небольшая дымка на фото. Да, я различаю волосы, различаю бороду, но все равно общее качество фотографии меня, честно говоря, не очень впечатляет на фронталку. Вот такие парочку фотографий я сделал, ну, наверное, неплохо в этом ценовом диапазоне. Фото против света радует, что телефон высматривает экспозицию по лицу, а не по общей картинке, а то бы у нас лицо было просто черным пятном. Еще парочка дневных фотографий Казанского собора, ну такая вот красота. Не, ну дневные фотки сейчас на всех современных телефонах достаточно высокого качества, и тут как бы претензии какие-то сказать, ну, понятное дело, что фото хуже, чем у флагманов, но уровень хороший. А это фото в разрешении 50 мегапикселей. Должно быть больше деталей в сравнении с 12. Но мне кажется, что деталей не сильно больше. Да, разрешение больше, качество, наверное, чуть получше, но на этом все. Есть фото шашлыков, сделанное, кстати, на Google камеру. Google камеру сюда можно поставить, но работает она здесь, конечно же, не прям чтоб вау. Google камера делает фото не такими, не знаю, пластмассовыми, искусственными, как родное приложение. И да, здесь нет проблем со слишком сочными цветами. Тестировать игровую производительность мы будем в одной из самых требовательных современных мобильных игр. Это World of Tanks Blitz, доступные на Android, на Windows и прочих. Вот, реальная игра мне нравится, я в нее часто играю, и поэтому я провожу в ней тесты. А не потому, что в EG мне что-то там занесли, и я такой, типа, блин, надо обязательно снять их в обзоре на Oppo. Вот, ибо игра реально крутая, там много настроек графики, каждый может под себя подобрать нужные настройки. Вот, поэтому на игре можно, точнее на игре, на телефоне можно играть даже на очень слабом, но правда настройки придется выкрутить реально в минимум, хотя все равно может быть лагать. Ну да ладно. Ну классный же Powerbank. Взглянем на настройки игры. С обновлением 9.0 добавилось динамическое низкое разрешение, но я его пока что отключил. Поставил многое на низкое среднее. Тем не менее, у нас есть сглаживание, текстуры у нас HD. То есть здесь не должно быть супер-пупер мыло. И с подобными настройками мы как раз поиграем. Еще, кстати, у нас здесь есть специальный игровой режим. То, чем меня удивил Oppo, на таком дешевом, по идее, ну, низкобюджетном смартфоне.
Можно выбрать режим энергопотребления. Я включил игровой режим Pro. Да, он будет потреблять побольше, но по идее мы получим побольше кадров в секунду. Самое прикольное, что в этой менюшке показывается даже нагрузка на центральный процессор, на графический чип и пишет частоту кадров в секунду. 66 процессор, 65 ГПУ и 44-54. Короче, графический чип грузится у нас реально под 100%. В таких средненагруженных сценах, естественно, в больших, ну, самых таких серьезных сценах графический чип не выдерживает, поэтому будут явно просадки, уже 50. А мы, еще у нас не начался замес, не взрываются танки. Солцо какарни. Я не знаю, что это значит, что-нибудь типа есть пробитие. 30 кадров у нас упало, типа в такой замесик. Вот, но тем не менее, все еще играть относительно комфортно. Мы даже кого-то замочили. Ай, нас тоже замочили. В общем, самое низкое, что я видел, это 30 кадров в секунду, что с большой натяжкой, но можно считать играбельным. Если вы всегда хотите стабильные 60 кадров в секунду, вы можете вручную понизить настройки графики или включить динамическое низкое разрешение. То есть в тяжелых сценах разрешение игры будет просто снижаться, а потом в легких сценах опять повышаться. Работает это, наверное, сейчас не совсем идеально, но тем не менее такое сделали. Попользовавшись этим телефоном примерно неделю, у меня сложилось стойкое ощущение, что это все-таки бюджетный смартфон, цена на который на данный момент на рынке достаточно высока. Вы не получите какой-то плавной работы, как от флагманских устройств. Здесь нету 90 Гц работы дисплея, здесь нету быстрого накопителя, здесь нету супер классной оптики у камеры, но здесь есть NFC для платежей. Правда, платить сейчас можно только через приложение Мир, но я надеюсь, что в будущем появятся какие-нибудь другие еще приложения. Плюс здесь хорошая батарейка вместе с таким процессором, который жрет ее не очень активно. Удивило наличие игрового режима на таком слабом процессоре, однако, скорее всего, это помогает тем же танкам не тормозить, например, на средних настройках. На других телефонах с G35 я думаю, что танки все-таки будут лагать. Неискушенный пользователь, конечно, оценит данный телефон, но если вы годами сидели на флагманах или хотя бы даже устаревших флагманах, то этим Oppo пользоваться будет тяжело. Мне, например, приходилось ждать, когда он откроет определенное приложение, или переключится между приложениями, или там немножко с фризами откроется верхняя шторочка. Вот это все, ну, после флагманского телефона с каким-нибудь 120 Гц, да и даже 90 Гц на Snapdragon каком-нибудь последнем, предпоследнем, данный телефон покажется вам тормозным, и вы захотите в какой-то момент его, наверное, разбить. Однако, повторюсь, это далеко не самый медленный смартфон. Остальное решайте сами. Ссылки на покупку в описании. Также можете писать в комментариях, может быть, я что-то забыл сказать про этот телефон. И скажите свое мнение, что вы думаете об этом смартфоне по результатам наших тестов. С вами был обзор. Обязательно ставим лайкосик под видосик, подписываемся на канал и ждем следующих выпусков. Пока-пока!